Активисты группы с Фейсбука «Отдам даром» регулярно проводят различные благотворительные акции. В эту субботу они организовали акцию на свежем воздухе для детей из приемных семей. Дети сыграли в командную игру с применением ручного пневматического оружия пейнтбол. Ребята разделились на 4 команды, показали физическую подготовку и тактические навыки. Каждая наша акция, она не похожа друг на друга, она всегда уникальна и оригинальна. А современный человек испытывает острый дефицит общения, острый дефицит подвижности, свежего воздуха, в конце концов. И поэтому мы решили этот пробел немножко восполнить и хотя бы один день, хотя бы в субботу провести вот такое вот мероприятие.